была еще угроза на колесах. Сегодня днем в одном из гаражей Советского района загорелся автомобиль. Охваченная огнем легковушка выкатилась на проезжую часть и столкнулась с двумя припаркованными иномарками. В итоге оба автомобиля получили механическое повреждение. Протаранившая их легковушка полностью выгорела. Существенно поврежденный гараж, к счастью, обошлось без пострадавших. Причина случившегося сейчас выясняется.